Я художник хоть куда. А рисую поезда и железные дороги. Проведу сквозь города. Жалко, для моей картины не хватает стен в гостиной. Ничего, я в коридоре нарисую синее море. Мне нравится вот эта игра, в которую сейчас играю. Баба, чистите. А что нужно сделать? Тут нужно тут можно играть, но главное, чтобы не умереть. И главное, чтобы не били, и полицейская армия не была. Как вам удается так быстро нажимать на кнопки? Удается, потому что я немножко умнее вас. Ты немножко умнее или немножко уже умеешь играть? Немножко уже умею играть. И как долго, Артём, вы играете в PSP? Я уже играю целых 2 часа. 2 часа? Ну а если в общей сложности? У вас до этого был опыт игры в PSP? Был, конечно. Какие у вас любимые игры? Любимые игры там. Какие? Там. Вот тут такая игра, вот эта, про солдата. Еще... Бабарти-Сити называется. Бабарти-Сити. И еще... Какие категории игр вам нравятся? Стрелялки, бродилки или логические? Логические. Логические? Какая из логических игр самая любимая? Самая любимая моя? Да. Вот эта вот. А в чем логика? В чем? Ну вы говорите, что это логическая игра. В чем логика этой игры? Это значит?